поднимай на состав. Поднимаю, начальника поднял. Так всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Это стенограмма первых звонков диспетчера пожарной службе сразу после взрыва на Чернобыльской АЭС. Трагедия, унесшая жизни тысячи людей. О том дне и что было после, нам расскажет сегодня очевидец событий. Человек, которому в разгар катастрофы приходилось принимать важное решение по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Ночью звонок. 1:40 ночи. Гладуш Иван Дмитриевич, 86 лет, генерал-полковник. С 1982 по 1990 министр внутренних дел УССР. В настоящее время генеральный директор Национального музея «Чернобыль». Накануне трагедии 25 апреля Иван Дмитриевич был в Харькове. Там проходило совещание МВД. Звонит начальник штаба внутренних войск. Ну, говорит, товарищ министр, вот, следите за беспокойство. Тут у нас небольшой пожарчик на электростанции. Сели на вертолет, подлетаем в Припяти над городом, сине-голубое, ядовитое облако. Взрыв вызвало разрушение реактора системы охлаждения. В атмосферу попали тонны радиоактивных веществ. Пожарные солдаты без спецзащиты начали тушить пожар. Начали работать, искать, как уменьшить радиацию. Стал вопрос, надо людей эвакуировать. И приняли решение 27-го в 12 часов начать эвакуацию. Таким образом, в район катастрофы было направлено более 1000 автобусов, 360 грузовых авто и 2 больших дизельных поезда. За сутки вывезли все население Припяти, прилегающих сел и городков. Что такое энергоблок? Это, по сути, самовар, который стоит на трех ногах. Внизу так называемый барбатер, вода, которая охлаждает его, чтобы не было перегрева. Когда это случилось, то температура поднялась до 3000 градусов. И эти ноги металлические начинают терять упругость, плавиться. Поэтому надо было задача подвести туда охладитель. Чтобы это сделать, в зону доставили 1500 шахтеров, которым нужно было построить туннель и пробиться максимально близко к очагу. И пробились ребята. А наши пожарные протянули рукава и не дали возможность рухнуть. Если бы уже упал этот самовар, так называемый, то уже был бы не атомный взрыв, а был бы водородной бомбой. Взрыв бы и все снесло вокруг. Вы видите карту распространения радиационного облака, которое тогда через Беларусь и страны Балтии быстро достигло Скандинавии и начало распространяться по миру. Облако радиационное было в руках Божьих. Чтобы нейтрализовать вредные выбросы, было решено немедленно строить укрытие. 14 декабря саркофаг был сдан в эксплуатацию и прикрыто массовое выделение радиации. Я получил радиации хорошую дозу. А ребята погибли. До 15 мая умерло 30 человек в Москве. Иван Дмитриевич лично находился в Чернобыльской зоне и контролировал работу своего подразделения до середины декабря 1986-го. Пост главы МВД он занимал еще до 1990-го и затем вышел на пенсию. Я на пенсии пробыл ровно месяц, потому что дальше не выдержал, почувствовал, что, наверное, попаду в дурдом. И решили создать музей Чернобыль. Национальный музей открылся в Киеве в 1992 году. С тех пор его посетили более 3 миллионов человек. Здесь можно увидеть уникальные экспонаты из самой зоны, макеты реактора, карты, документы тех лет и многое другое, что поможет осознать масштаб катастрофы и не даст забыть о героях той невидимой войны. Значит, те, кто меня слышит, низко уклоняюсь их мужеству, их сознанию, ихнему пониманию, благодарен за это, как министр внутренних дел и член правительства, и желаю живым здоровья, благополучия, добра и мужества. Я вас всех очень люблю, ценю, дорожу и буду до конца своих дней помнить ваш подвиг.